Доброе утро, ребята! У меня ровно 2 года назад произошло прекраснейшее событие. У меня родилась дочь София. Не могу перестать улыбаться. Вчера вечером я вам уже показывала, но вот еще при дневном свете я сделала бантики везде. Ой, это что, это тут должен быть? Вот так вот, вот такие вот бантики. Та-да-дан! В общем, красота. Сонечка проснулась, выспалась сегодня до 10 утра. И сейчас она завтракает. И будем ее запускать. А, давай! С днем рождения! Чего это, Соня? 2 годика, с днем рождения! Ну-ка, что первое, что первое? Кукольный домик первое! Лена, уйди. Соня, это все тебе! Да, Ламборджини! Вау! Да, знаю, с днем рождения! Ой, это тебе! Соня, нажимай на кнопочку. Нажимай. Еще раз нажимай. Нажимай еще раз. О, ложки там. О, варить будешь суп, как мама. Да. Соня, как тебе, да? Get away with it. Cause you make me love my imperfections. Answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you, dog, cause I'm feeling so good.
castle when I was falling. You moved the clouds to stop me from hitting the ground. And every goal there was a meaning for this love anchored tonight. And if you keep me close, Ну что, ребятки, вы видели распаковку. Соня, глаза разбегались, она туда-сюда, туда-сюда. Первое, к чему она потянулась, было к домику кукольному, потом к кухне, потом все остальное. Пока что она еще боится машину, которую подарил дядя, и мопед от Сени, потому что они электрические и очень громко эти звуки. Но у меня сейчас приедет подруга с Хали, с двумя детьми, мы попробуем, чтобы они покатались, там у нее один постарше уже, и, может быть, она посмотрит и будет не так бояться. Ну, если что, попробуем попозже. У меня был когда фламинго, вы помните, такая качалка, она тоже долго к нему не подходила, боялась, я ее когда пыталась посадить, она прям аж кричала. А потом только так сама запрыгивала. Вот эти штуки меня уже в Инстаграме спрашивают, что это за кружочки. Это штапельштайны. Я не знаю, как по-русски. Это я и купила. Долго думала, какие. Значит, каждая штучка весит 80 грамм, но выдерживает до 180 килограмм. Мне кажется, это очень классно, это развивашек каких-то, да? Я искала много альтернатив, нигде не могла найти. То есть вот нигде нету, везде, где я набирала штапельштайны, какие-то маленькие, что-то не то. Вот такие нашла только у них, только на одном сайте, на, ну вот, те, кто и производит, они только их и делают. Во-первых, разные цвета. Во-вторых, можно, например, что-то в них носить, да, перекладывать, да, какие-то игры придумывать, что класть по цветам в разные эти штуки. Можно их расставлять по дому и перепрыгивать, да, учиться балансу. Можно их друг на дружку собирать, например, да, и как по ступенькам ходить. Можно собрать все вместе и сидеть на них, да, то есть... Очень классная штука, много всего можно с ними придумать. Вот папа говорит, она наверху на кухне доставала чашку, она взяла такую штучку, такой штапельштайн. Штапельштайн переводится как камни, которые друг на дружку ставятся, дословно, да. Она поднесла, хоп, на него встала, достала, что ей надо. Там у них были разные, разноцветные, то есть яркие цвета, в наборе 8 штук. Но я хотела из 8 штук, но меня очень бесили эти яркие цвета. А эти, я думаю, они даже прикольно смотрятся, да, в интерьере. А те такие яркие, но тут набор 6 штук. Я думаю, ладно, возьму из 6, если Сонька будет классно играться, то я могу потом отдельно докупить любые цвета, там по одной можно покупать. Вот такой вот подарочек. И этот самокат я ей взяла со шлемом, она его уже одевала, шлем, надо будет попробовать, потому что ей очень нравилось кататься, не кататься, но
она только учится. В Турции она в магазине не выходила, хотела на самокат. И когда я с подружками гуляла, там пацаны катались, и она все пыталась у них забрать. У нас еще там велосипед, беговел. Велобег, беговел, не знаю, вон розовенький стоит. Надо будет пробовать все, потому что у нее были до этого все маленькое, а теперь уже по ее возрасту потом будем гулять. И самокат, и велобег, беговел будем с собой брать. Ну, машины посмотрим, чтобы она не... Ну, когда она перестанет бояться потом. Мне самой все очень нравится, прям мега круто. Это тут сборная солянка, тут и от родителей, и от брата. Ну, естественно, да, вот этот Ламборгини от дяди. От подружек моих, да. Ко мне сейчас приедет подруга с Хали, с двумя детьми. Я вот пока ее нет, думаю быстренько смонтировать вложек, сходить в душ, не знаю, успею или нет. На все про все у меня час-полтора. Могу вам поближе показать, кому интересно. Можете взять идеи тоже для своих деток. У меня там целые списки были, что подарить ребенку на 2 года. Я могу сделать отдельное видео, потому что я сама сначала не знала, а потом как давай думать, столько у меня было идей, там еще куча осталось, поэтому могу вам сделать такое отдельное видео. Идеи подарков для 2-летки. Это у нас, значит, машина, она тут и с радио, и все кнопочки работают, и она может как сама нажимать на педаль ехать, так и с пульта управления управляется. Это кукольный домик, я его тоже сама выбирала, а подружка купила. Вот, тут все есть, тут, ну, Сонька тут уже разнесла, тут даже есть пульт, вот. Пульт от телевизора. Она вот так стояла, нажимала, да. Кроватка с подушечками. На балконе. Ну, в общем, тут все-все-все. Ящики выдвигаются, да, с этих комодов. Дверцы в шкафу открываются. Туалет, посмотрите. Очень-очень классный домик. Мне понравился. Вот такой вот он. Вообще не маленький. И кухня. Кухня, конечно, тоже мега. Я вам говорила, я сделала списки, и друзья просто покупали с этих списков, что захотят. Вот сюда ставятся тарелочки, и она так классно была запакована. Каждая деталька отдельно, мы ее вчера так долго собирали. Смотрите, тут еще у нас плита, включаешь, она загорается, и тут, и там. Потом включаешь еще раз, начинает кипеть. Классно. Раковина, тут все крутится. Микроволновка. Тут все крутится. Плита типа. Но это не плита, тут полочки. Да, плиты нет. Ну, не плиты, а этой духовки. Да, очень классная. Всякие тут ложечки, вилочки. Вот, в общем, собрала. Видите? Соль, перец, тарелочки. Очень классная кухня, мне понравилась. А, тут еще, смотрите, прихватка с этой стороны полотенчика. И здесь еще доска, на которой можно писать мелом, например, меню. В общем, классная кухня. Она была в белом, в розовом и в голубом цвете. Розовый какой-то был очень такой розовый, который мне не нравится. Белая, ну, как-то скучно, а голубенькая мне показалась классная. Самокат тоже можно будет потом поднимать. Прикольненько. Получилось и это одинакового цвета. Со шлемом. Это был вызов найти этот шлем, потому что я нашла этот самокат, мне очень понравился. Классные у него такие колеса, он такой прям стабильненький. И от этой же фирмы, да, я хотела и... Нигде не было, я в итоге, это испанская фирма, я им написала в Инстаграме, и они мне там откуда-то их закромов достали и выслали. Ну и вот такой беговел. Соне очень нравилось кататься на том, поэтому я думаю, она оценит. Розовый, девчачий. Ты уверен? Не беговел? Беговел. Велобег, папа говорит. Напишите в комментариях, как правильно, велобег или беговел, или все равно. Вот, вот такие вот у нас подарочки. Супер. Мне прям так нравится, как сейчас выглядит комната. Столько всего новенького.
сколько она может играть. Потом туда еще докуплю каких-нибудь человечков, семью какую-то, которая будет там жить. Сюда докуплю какие-нибудь тоже ложечки, вилочки, чашечки. Столик, может быть. Ну, столик есть у нее, конечно. Все классно. Смотрите, ко мне приехала подружка Стелла из Хали с двумя детьми, мать героиня. Все это сколько ты собиралась, наверное, 3 часа, да? Да нет. Стесняется, ничего. Вы увидите, когда она сегодня вечером напьется. И пойду кормить ребенка. Да, ты что? Вот малые ее плов наяривают. Молодец. Вкусно, да? Да. Хорошо кушать, Яна, ты хорошо кушаешь? Вот, умничка. Кофе мне нужен. Все, я убегаю в душ. Вот тебе кофе. Лина под столом. Так что давайте. Соня спит. Хорошо, что удалось уложить ее спать. Руслан уехал за тортом, потому что я бы не успела реально. И да, у нас, в принципе, через час уже выходить. Я еще влог не доделала. Я до сих пор не знаю, что надеть. Я вообще хотела платьишко свое зеленое, помните, с такими воланами. Но что-то там не так уж и жарко. Я не знаю, вдруг я внутри замерзну в помещении. Посмотрим, короче. Сонь, иди гостей встречай. Вау. Скажи спасибо, Соня. Спасибо. Скажи спасибо. Сонь, скажи спасибо. Поклон. Развязать надо. А может быть вечером развяжем? Ну прям. Сейчас надо? Да. Ну. Соня в ступоре. Мы будем что, тут спать с мамой? Сонь, смотри. Там Тони Бокс. Ну, с собачкой. Все рассказал. Ну что, ребят, блин, мы опаздываем, естественно. Мы уже должны быть через 4 минуты, да? Мы опаздываем на полчаса. У меня полная машина детей. Пока всех загрузить, разгрузить, конечно, с детьми это все. Без детей мы бы быстрее собрались, но без детей не было бы этого праздника, понимаете? Стелла. Соня, одели платьишко, балеточки. Ну, чисто так придем. Красавица. Пофоткаемся, потом, конечно, переоденемся. Принцесса наша. Ну, Соня поспала, вроде все окей. Подарок Иоанн, который подарил Соне, будем уже распаковывать вечером, не успели. Соня не с той ноги встала. Если мы еще подарок распаковывали, мы бы к завтрашнему дню пришли. Алло. Да, звонила. Да. Мы будем через 20 минут. Сколько? 20 минут. Ты шутишь? Нет, ты уже там? Да, я самая первая, здесь еще никого нет. Я поэтому звонила, что я прибыла. А знаешь, почему ты самая первая? Потому что у тебя детей нет. А, да, конечно. Я тебе говорю, у меня в машине сейчас 3 детей, мы еле загрузились. Вообще, знаешь, как геморно? То, все, этого одеть, тот плачет, того поменять. Да я тоже выпала. Не, я не успеваю. Ну давай, мы едем. Сейчас, может, кто подойдет. Я сижу на улице, за столик. Там еще вообще никого нет. Ну так, слушай, Юля всегда опаздывает. Мадина уже. А вот Оля идет с сыном. Оля? Да, а, Оля, сейчас, точно, да, я забыла про Олю. Привет. А, ну там вот, видишь. Никого, так что погоды. Она 19 минут будет. Ну все, теперь здесь компания, давайте ждите нас. Не разнесите там все в щепки, пока мы не приехали. Алло. Капец, 3 раз. А как насчет разбудить? Разбудить его? А как, ты не хочешь приходить? Ну конечно, я приду. Ну, Zeitung für Engeland, это всего на 3 часа резервир? Я знаю, но... Все приходят, слушай, все. Даже я. Я через 15 минут там буду, и ты придешь к 5, блин, зашибись. Нет, я честно, я тебе обещаю, если он через 20 минут не проснется, я его разбужу. В смысле 20 минут, Мадин? Ты прикалываешься? Я его сейчас бужу. Нет, я сижу. Я тоже разбудила Соню. Все, я еду. Давай. Понюхай. Спасибо большое. С днем рождения.
Да. Да. Что это? Привет. Как дела? Привет. Ой, дай подарочек. Ой, любимые штучки кукурузы. Ребятки, это мамочка такая сладкая. Оль. Фу, Оль. Юль. Иоанн. Юль. Иоанн. Здесь. Вот с мамой. Ну, смотри, как красивенько нам оформили. Я это уже сняла немножко. Сюда можно тортик будет поставить? Да, сейчас я сам проверю. Мама! Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. I tell you, dog, 'cause I'm feeling so good. You keep me close, a minute in the
Утонула. Сонь, ты где там? Соня, смотри сюда. Губы вчера сделала. Да ладно. Опять? Смотри, давай, давай, давай. Мы решили с Юлей вспомнить детство. Давай, Сонь, залезай. Давай, 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 принцесса, пойдем. Булочки мои. Давай, давай. Давай, давай. Опачки. Опачки, смотри, какое тут зеркало. Вот такие зеркала. Я чувствую себя как обезьяна. Слышишь, вот такие зеркала во всех переодевалках. Зарево и Чундэм, да? Которые просто тебя в два раза больше. Заходи сюда. Секретно. Это космос. Смотри. Ничего себе, мы в космосе, ребята. Так, ну что, мы там полазили? Что тут было? То и заказали? Я вот салат, вареники и пельмени. Мы все съели, да? Me.
emotions. What's on the other side of inhibition? Ooh, I do, you do, 'cause I'm feeling so cool. Ой, ребят. Да, Сонечка, пошли. Я тут к ней залезла. Объелись тортик, и всем понравился. Реально вкусненький был медовик. Блин, испачкала. Что, мое желание исполнилось? Нет. Почему? Потому что мой шарик пластой. Твой шарик? Ты меня обманул? Я думала, он волшебный. Все, я на тебя обиделась. Я думала, он волшебный. Нет, я тебе теперь больше не верю, все. Он правда волшебный. Да, я загадала желание, оно не исполнилось. Оно исполнится завтра. Ну что, Катюха, рассказывай, где ты пропала, почему не приезжаешь в гости? Расскажи, как ты мне пообещала приехать. У меня был отпуск 5 недель, и она не нашла ни одного денечка для меня. А ты же сказала, как у меня нервы защемил. Это уже было сейчас. А это знаешь, что я защемила? Потому что ко мне не приехала, тебя так жизнь мстит. Приезжай ты ко мне, ты же на машине. В смысле? Я с ребенком? Да, да? Бери, упаковывай. Конечно. Кому проще? Я на Эсбо, нет, и на машине. Кому проще? Ты можешь взять этот? Не идет. Нет, этот. Кто? Самокат. Да, я шпатал к тебе на самокате. Не, ну там на чем-то, а потом на самокате. Ой, решили прогуляться немножечко. Соня сегодня сахарный шок. Соня едет на самокате. Оля за ней бежит. Точнее, рядом. Ой, ребят, смотрите, какие собаки. Два дога и этот кучер с ней. Класс. Офигеть, очень эффектно выглядит. Так, ну мы пришли вот на эту площадочку. Спасибо. Ну что, Кать, давай, ты тут лазишь, чтобы в поле зрения только. Да. Я тебя не потеряла. Не хочет она к тебе, Кать. А, вон скатилась. Скатилась? Соня, что это? Тут еще и мороженое. Ну, вообще, время, ребят, уже 9 вечера. Мы погуляли, все устали, едем домой. Пошлите, что мы стоим? Да, что за одним, что за... Это красное платье, для чего ты надела? Вот бродячее счастье с ночи до утра. Это красное платье, да, бутылка модели. Откроем подарочки от Стеллы, от Юана. Это такой штатурный бокс. Соня! Открой без нее. Сонь, смотри, ух ты. Стелла, иди-ка сюда. Сонь, смотри. Объясни, что это такое? Ну, это музыкальная коробка. Айдиш с 3 лет, но Сава с Гибурт любит. Ага. Да? Я это видела у многих, но я сейчас так и не поняла, смотри. Что это. Здесь ты как троян, это киндалина. Ты можешь, если здесь откроешь, да? Да, я покажу, как его включать. Нет, его нужно вначале подключить. Там есть вот, там еще... Так, ты по-русски, во-первых, говори. Потому что зрители не понимают. Бушпилин. Здесь есть маленькая такая должна быть. Ну, вообще, маленькая инструкция. Не знаю, инструкция, да. Вон, там вон, очень... Можно я уже покажу, как она смотрит? Ее нужно вначале подключить. Ее нужно вначале поставить на подзарядку. Вот только громче, тише. То есть его человек всегда знает, что... Ну, короче, так, коротко сказать. Вы покупаете фигурку, и то, что на этой фигурке запрограммировано, там песенки или истории, это вы включаете, она начинает играть, и детки вот здесь легко делают... Громче, тише и слушать всякие истории. Потом раз, убрали, взяли другую фигурку. Там другие песенки. Прикольная штучка. Да, Тони Бокс. Тут можно заряжать. Тони Бокс называется.
Спасибо большое. Да, хорошо. Иванчик, спасибо, дай обниму. Это ты Соне подарил, да? Молодец. Можно я покажу, как на мопеде кататься? Ну там ты разбудишь, боюсь, братика. Мопед громкий, громкий. Завтра утром. Покажи да. на самокате или велосипеде, если хочешь. Собака. Как собака делает? Сава так же говорит. Да? Он когда поймет, что смотри. Музыка там громче, это не будет. Но, надеюсь, а как он включается? Ну, он вот, он и включается. То есть, когда и ставишь, тогда включается? Да, он начинает он сам. Алло. Вот тут еще, ребят, подарочки. Но я думаю, мы их уже разберем с вами завтра. Кончилось, блин, место на камере. В общем, я думаю, подарки эти откроем завтра, потому что на сегодня уже хватит. Родители, кстати, уже уехали, не дождались нас. Ну, мы потому что пошли еще гулять, а им завтра там на работу, и еще дохали ехать. И да, они уже уехали, а мы еще гуляли. Вот, вот такой вот день сегодня. Посмотрите, сколько цветов. Офигеть, мне, вот честно, на день рождения столько не дарят цветов, сколько мне подарили на Соню. Как приятно, как я люблю цветочки. Красота. Блин, день просто отпад. Торт всем понравился, такой вкусный был тортик. Медовик, не слишком сладкий, столько слоев. Просто шикарно. Ребятки, у нас тут идиллия. А ты там прикрылась. Детки спят. Стелла там, тут я, тут Барюнечка. Элита там где-то в ногах. Соня вырубилась просто за минуту. Столько она сегодня дел переделала. Вот, и я там цветочки расставила по вазам. Я же слегла и чувствую, как я устала. Мне еще влог надо смонтировать. Сейчас пойду с Линой выйду. Вот, буду на этом с вами прощаться. Надеюсь, вам понравился этот вложик. Обязательно ставьте лайк Сонечке. Это будет ваш подарок ей на день рождения. Кто хочет сделать супер-пупер подарок, то поделитесь.